Рома, я так подумала. А давай, может быть, на Новый год друг другу ничего не будем дарить? Ну, типа, это же обычный день. Наконец-то! С Новым годом! Мы же договаривались без подарка. То есть, ты мне ничего не купил? Новый год? Угу. Давай сделаем что-то безбашенное. Давай. А что? Картинки в Вайбере всем начнем отправлять. Точно! Давай. А давай сейчас пересмотрим «Один дома». Давай. Такой маленький, хорошенький. Не то, что сейчас наркоманец. Угу. Походу, я попкорн перегрела. А что ты делаешь? Пишу итоги года и Фейсбук. Я сейчас им все скажу, что я думаю. Ну, 31 декабря. Я сейчас им все скажу, что я думаю. Я сейчас встану, вот, закончу. Это все потому, что ты не хотела их увидеть. Так, Ань, Новый год уже через 5 минут. Давай посмотрим обращение президента. Так, на каком канале? На плюсах. Давай. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Слушай, Ань, а чого у нас вдома такий срач? Ну, год свиньи ж приходить. Я читала в інтернеті, що нужно, щоб вдома був срач, щоб їй було типа комфортніше. Ну, свинья такое. А. Угу. Ми в прошлом году, походу, теж год свиньи встречали. Знаешь, как говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Точно. Пошли спать. Ага. Блин, так кушать что-то захотелось. Рома, полный холодильник еды. Оливье, шуба, мясо по-французски, вон мандарины лежат. А поехали в Макдональдс. Поехали?